холоднее и морознее в регионе, в городе, где живут люди, тем они больше стараются помогать друг другу, потому что понимают, только объединившись могут справиться со стихией. А у нас сейчас такая жара, пекло, градусов, наверное, 30, а то и выше. Соответственно, мы подумали, что куда москвичам до помощи, кому хочется помогать друг другу, куда приятнее посидеть на лавочке, расслабленно, отдохнуть. И, в общем-то, до взаимовыручки руки уже и не доходят. Вот мы и решили. Вот мы и решили посмотреть, как же жара в Москве сказалась на градус сердобольности. Повысился ли этот градус или понизился? Давайте проверим. И начнем мы с нашего первого эксперимента. А теперь наш второй эксперимент. Мы забыли дома деньги. Взяли всего лишь несколько десяток. Ну вот у Даши две, и у меня три. А нам очень надо добраться на работу. До редакции-то отписать все это. Да, будем просить деньги. Хоть кто сколько может у прохожих. Или хотя бы, чтобы нас пропустили по собственному проездному. Ладно, она можно считать успешным. В общем-то, достаточно быстро мы нашли недостающие 2 рубля и купили карточку на 2 поездки. И, наконец, наш третий эксперимент. Самый, наверное, летний, горячий, жаркий и, вот как Даша тут сказала, самый сумасшедший. Ну, на самом деле, пожалуй, что это так. Что мы будем делать? Мы вышли в парк. Солнцепек. Очень-очень невыносимо раскаленный воздух. Температура зашкаливает. Всякому может стать плохо. Вот Даша вот говорит, что даже притворяться уже скоро не надо будет. Да. И помогут ли нам москвичи? Купят ли они нам бутылочку водички? Отведут ли в тень? Бутылечек всего лишь. Много-то не просим. Маленький бутылечек. Отведут ли они наш тень? Помашут ли газеткой вокруг бездыханного тела? В общем, пойдемте посмотрим. Ходим по этой поклонной горе и ищем сердобольных москвичей. Вот сердобольные они. Прячемся страданиями. Я думаю, что сердобольные. Кто-то нервничает, кто-то размахи сердобольных. Ну, наверное, беда в том, что
А я вот все-таки думаю, что беда не в том, что хотела сказать Даша, но не успела этого сказать. Я все-таки думаю, что москвичи не такие уж и сердобольные. Они очень осторожные люди.